Присаживайтесь. Приветствую всех. В отличие от Сергея, у меня были и джинсы, и туфли, когда я был тут. Как бы я свидетель всех этих молитв, потому что это мы собирали как бы вместе, да, и вместе молились. Вот. Ну, для сравнения, значит, я скажу, что я в жизни мирской, я выкурил 60-70 сигарет. Если кто-то выкурил, то могут себе представить это, да. Выпивал 10-20 чашек кофе растворимого. Это тоже можно себе представить. То есть там вообще вот такие обе зубы. Вот. Однажды мы работали в мире с Сергеем, он не говорил это, а мы работали на стройке, как бы я допомню Петровичу, Петрович не помнит это. Вот. Мы работали, и приехал Петрович на стройку эту, значит, идет, а я сигаретой был, ко мне подошел такой, ну каяться будется, ну каяться будется. Я думаю, ой, что он такое говорит. Вот, через 10 как бы лет я оказался тут. Вот. Я пел когда-то в ресторанах, в барах, да, я пел такие там блатные, как бы можно сказать тогда. И Бог меня теперь выставляет вот тут. И Бог теперь благословил, дал мне милость, чтобы я прославлял его. То есть это вообще чудо великое очень. Как бы я бы никогда бы не подумал. Вот. Слава ему, благодарение. Значит, у меня была операция на сердце, да. Мне сказали, ну, ты будешь поднимать килограмма 4, это максимум, все. Для сравнения, мы делали отделочные работы на базе, значит, братья-свидетели, мы там и мешки поднимали, там, и тягали, мы там по 100 квадратов мы делали в день. То есть, представляете, какие были нагрузки, и все нормально, я стою тут. Вот. Слава Иисусу, да. Как бы я во многих служениях, я его только за это благодарю, не устаю, как бы вот. И я его благодарю и молюсь ему, что дай мне еще, и понимаю, что он дает еще, и я потом понимаю, так может и не молиться об этом, потому что все больше и больше получается. Ну, я, получается, не справляюсь, вот. Но через сосуда слова было сказано, что я тебя благословлю, и я тебе дам те служения, которые будут у тебя. И ты будешь, короче, ну ты их как бы вытянешь. Вот. Слава, благодарение ему. Я хочу с вами помолиться и спеть, если можно. Дорогой Отец, слава тебе и хвала, великий Бог всемогущий, аллилуйя. Господь милостивый, я знаю, что ты сейчас здесь. Слава тебе и хвала. О, Отец Небесный. Твой Дух Святой здесь, Господь, милостивый. Я знаю, что Ты Бог исцеляющий, Иегова Рафа. Слава Тебе и хвала, Господь милосердный. Ты исцеляешь тогда, когда мы просим у Тебя, Господь милосердный. Слава Тебе и хвала. Ты сказал, где двое или трое собрались во имя Мое, то там есть и я. Ты сегодня здесь, Господь. Нас не двое, не трое, нас много здесь, Господь милосердный. И Ты среди нас Духом Святым. Тебе хвала и благодарение. Тебе хвала, Господь мой милосердный, потому что я стою здесь и пою здесь. Слава Тебе и хвала. Господь, я Тебя за все благодарю. Моя молитва к Тебе, мой Бог. Слава Тебе и хвала. Во имя Иисуса, во имя крови Иисуса, Тебе хвала и благодарение. Аминь.
Надбур земных и трудных испытаний покой найдут усталые глаза. Господа.